Всем привет, ребята! Вы на канале. Сегодня мисс Полина. А сегодня мы продолжим занять места. То, что мама меня накричала и ругала. Потому что я заплакала и очень-очень нервничала постоянно. Так что подпишитесь на наш канал. И не забудьте подписаться на наш лайк. Ладулка, ссылка в описании. Продолжим! Время прошло! Мама, куда в туалет сходить? Нет. Давай переходим. Давай. О, как круто, интересно. Вот этого места хотите. На, вытирай ручками, хочешь? Что такое? Тебе что, заняться нечем? Тебе что ли наказать? Подними. Да, и все, проблема еще звучит. Это какая ему ситуация? Куда пошла? Я гулять. А ну-ка, стоять! Я не поняла! Это что за выбрики в устройстве? Я гулять! Тебе что, вот этого разницы не хватает? Подними! Быстро! Мама, ну я же... Быстрее! Я же пойду гулять. Ты вот этого еще мечты знать. И что-нибудь какая. Что тут долго будешь сидеть? Я гулять и покатаюсь на качели. Иди катайся на качели, что я же тебя видела. Вот опять не получилось. Придется мне раздеваться и походить вот так. Холоднее быть. Пока. Блин, что ты разделась? Ты нормально вообще-то? Ну что-нибудь от этого. А то уже 0 градусов! А то уже 0 градусов! А ты везде целый день идешь и гуляешь! Быстро оделась! Быстро оделась! Тут мечты стать! Ну вот опять у меня не получилось! Да что за приндец какой-то! Да теперь сказаться. Так, что это такое? Это что тут у тебя такое? А ну-ка поставила стульчик на место. Мама, ну я же... Я сказала быстрее. Вот. Вот приняла. А теперь... Ну как же теперь угадай? А теперь посторонница, ну теперь угадаю. Мацей, я тебе угадаю, что у нас на причине устройства. Я вот этого угадаю, все этого размечтается. А теперь ему забывается. Адми, тогда подумай об этом, то у нас еще издевается, еще какой-то об этом, суть попаста. Адми, я изменилась ради тебя, Шрек. Адми, подумай об этом.
Поляша, долго я тебя буду ждать? Сейчас я тебе сниму гамак и пойдешь ложиться спать. Не надо! Да давай я жду. Давай. Помирились. Блин, какая же глупая! Я не поняла. Попробуй только меня отзываться. Я тебе перепишу на Вайбере глупость. Только попробуй об этом. Поляша, перестань переписаться в Вайбере глупость. Если ты уже закричишь, тогда напишу глупость. А то не хватит. И теперь, Поляша, ты злая? Да, я злая. Может это знать. Ну, было довольно. Ну, ребят, мне было довольно. Тогда подпишите, ставьте лайки и не забудьте подписаться на наш канал. Обязательно поставьте на колокольчик, чтобы не пропустить на новые видео. А также подпишите, ставьте лайки и не забудьте подписаться на наш канал. Вадулка, ссылка в описании. Всем пока-пока, чмоки! Всем пока-пока! Чмоки, чмоки! Муа!